43-летний ульяновец Сергей Устимов, победитель первенства мира среди ветеранов по греко-римской борьбе, готовится к своему очередному в карьере поединку. Сегодня он участник традиционного турнира «Память ульяновца» Рамиса Садиева. В соперниках у ветерана борьбы победители первенства Поволжья, которые моложе на пару десятилетий. Но это Устимова не смущает. Напротив, он подал заявку на участие сразу в двух весовых категориях. Я уже победил, что я вышел в таком возрасте и достойно борюсь. Кандидат мастера спорта по борьбе Рамис Садиев трагически погиб несколько лет назад. В его спортивной карьере был только один тренер – Вячеслав Романов. Вот уже 4 года наставник не пропускает ни одного турнира в память о своем ученике. При этом говорит, что Рамис хоть и не стал выдающимся борцом, но спорт в ее душе остался навсегда, до самых последних дней. Человек был бескорыстный, помогал всем видам спорта, начиная от пауэрлифтинга и заканчивая греко-римской борьбой. На торжественной церемонии открытия соревнований особый почет сыновьям Рамиса Садиева. 11-летние братья-близнецы Фидель и Данис минувшим летом стали курсантами Суворовского училища. Рядом с ними самые близкие Рамиса, его родители и младшая сестра Румия. Для нас это в первую очередь поддержка. Поддержка друзей, поддержка родственников, поддержка всех знакомых. С помощью этого турнира мы встречаемся с людьми, которые говорят массу очень приятных, хороших вещей в память моего брата. Четвертый традиционный турнир памяти Садиева собрал более сотни борцов. Среди них представители практически всех областей Приволжского федерального округа. Также впервые гости из Казахстана, поэтому соревнования автоматически стали международными. На следующий год будет 5-й, это юбилейный турнир. Я, насколько знаю, что сюда обещались приехать уже олимпийские чемпионы, такие как Бороев, Самургашев и многие другие. Поэтому я думаю, что именно вот с 4-го турнира этот турнир будет постоянно международным. На правах хозяев мемориала Садиева Ульяновская федерация борьбы выставила больше всех участников. 5 из них получили награды соревнований. Бронзовыми призерами стали Никита Мелехин и Вячеслав Борисов. Серебро на счету Рафаэля Юнусова и Станислава Текунова. А золото завоевал Эдгар Хамидуллин, занявший первое место в весовой категории до 98 килограммов. Михаил Сашанский, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.